главная примета сегодняшнего города – обилие новостроек, размах жилищного строительства. В нынешней пятилетке каждый шестой житель Грозного улучшил свои жилищные условия. В новые квартиры въезжают семьи нефтепереработчиков и химиков, машиностроителей и энергетиков. Столица Чечено-Ингушетии в последние годы круто меняет свой архитектурный облик, становится красивее и благоустроеннее. На главных магистралях города, проспектах имени Ленина и имени Орджоникидзе, снесены целые кварталы ветхих одноэтажных строений, и на их месте возведены высотные здания. Центр города украсили драматический театр, цирк, дом быта, широкоформатный кинотеатр, юбилейный. По существу рождается новый город. Большие преобразования ожидаются в Грозном в следующие пятилетки. В 11 пятилетке уровень жилищного строительства сохраняется и даже увеличивается с одновременным улучшением качества строительства. В настоящее время строительство жилья ведется новой серией улучшенной комфортности. Вот образец такого 9-этажного дома. Этой серии будут застроены новые районы и центры города. При этом придаем большое значение благоустройству и озеленению территории. Впервые в городе строится 16-этажный дом по проспекту Ленина. Таких домов будет несколько. Это существенно улучшит современный силуэт города.